как-то логически понять абсолютно неадекватного, интеллектуально неразвитого человека очень сложно. назвать. Поэтому А любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлен в этих странах. Михаэль, шалом, брат, к сожалению, не смог побить у тебя на стриме воскресенья. Я пересмотрел твой воскресный стрим и послушал твои сравнения про наши народы. И вот желаю вам, чтобы и вы были свободны и сильны. И дай Бог, чтобы ты и такие, как ты, возглавляли Ичкерию. Спасибо, Михаил, благодарю тебя за добрые пожелания. Очень приятно. Саламу алейкум, Бельгия, Ула, тут по кайфу. Чечня, Чечения тудей. Валейкум ассалам. Это так многозначно звучало. Тут по кайфу. Кому там по кайфу? Тумсо. Пока там, по-моему, этим бельгийским актерам двоим по кайфу, которые снимались в этом продажном фильме о том, как хорошо жить в Чечне. Но при этом сами почему-то не хотят жить в Чечне, хотят жить в Бельгии. По-моему, этим двоим только там сейчас по кайфу. По поводу этого эфира Кадыровского. Сначала думал сделать по нему какое-то разъяснение, но потом посмотрел все, что написано в прессе, и понял, что там без меня уже, в принципе, все разобрали и очень грамотно расставили там все акценты, дали, обратили внимание на его противоречия, где он, то он сначала говорит, что я там никто и ничего из себя не представляю, то потом у него вдруг я становлюсь агентом всех спецслужб западных, и за мной стоят там чуть ли и МИ-6, и ЦРУ, и, в общем, уже не простой человек, да, уже такой серьезная такая фигура. В общем, не поймешь, что там в голове у Кадырова. Как я уже неоднократно это отмечал, очень сложно понять, что в голове у этого человека происходит. И сегодня почитал одну статью, которую написала еще Анна Политковская, по-моему, в 2005, кажется, году. Или четвертом, или пятом. И она там это отмечает, она разговаривает с Кадыровым, и она говорит, противоречия, которые есть в этом человеке, их просто невозможно как-то логически понять. То, что он говорит в начале интервью, он опровергает в середине, затем вообще противоположное обоим заявлениям говорит в конце интервью. Это человек, которого просто невозможно его логически понять. И это, наверное, понятно, да, почему это невозможно, потому что как-то логически понять абсолютно неадекватного, интеллектуально неразвитого человека очень сложно. Поэтому очень часто люди пытаются понять логику вот этих вот ротации кадров, которые производит Кадыров периодически, начинает переводить там в должностях этих своих сторонников. И разные там аналитики, СМИ пытаются понять логику, как он это делает, но это невозможно понять. По-моему, пора смириться с тем, что этого понять невозможно. Чем он руководствуется, что происходит в этой его одаренной академической голове, это невозможно понять. Поэтому, когда он говорил обо мне, это тоже, конечно, было в его стиле, на уровень оскорблений, там, не она, оно, там, и прочее. Но это как раз вот это его уровень, это его стиль. Я, что бы он там ни говорил, я напоминаю Кадырову, что я готов в любое время выйти с ним на диспут и показать его убогость всем людям в этом мире, продемонстрировать, утереть ему нос. В любое время я готов, поэтому чем запускать какие-то эфиры и отвечать там, глупо отвечать на вопросы. Одно то, как он начал отвечать на вопрос про меня, с какого-то неадекватного идиотского смеха затяжного, уже этого было на самом деле достаточно, он мог дальше ничего не говорить. Чем заниматься вот этой вот ерундой? Лучше бы вышел бы на диспут и уже облажался бы окончательно. На этом бы мы закончили. Ну или ты же говоришь, что ты с любым можешь выйти там часами ему что-то объяснять. Ну или победил бы меня, объяснил бы мне, доказал бы, какой ты
правильный. А я в любое время готов обосновать, что Кадыров является предателем, сыном предателя. И что, как сказал Путин, предатель Родины – это подонок, он сказал. Я полностью в этом согласен с Путиным. И в любое время открыт, в общем, для диспута. Без вот этой вот, без оскорблений, без ничего. Просто по факту, конкретно по конкретным моим обвинениям, по конкретным моим высказываниям, я готов это обосновывать и доказать, что я не просто так из ненависти это говорю. Хотя любви, конечно, я к этому персонажу не испытываю. Интересная ситуация с европейскими странами. Они приютили у себя этих псевдобеженцев, которые едут за пособиями и которых на собеседовании даже возраст стесняются спросить. Якобы это оскорбит их. Которые потом плюют на местные законы и устраивают шариат-патрули. Но вот чеченцы это зло, ага. А кто это такие, которые устраивают шариатские патрули? Это кто? Я никогда не встречал в Европе никакие патрули, да и кто здесь позволит создавать какие-то патрули? О ком ты говоришь? Вообще, в целом, конечно, с тобой согласен, что псевдобеженцы сюда приезжают, и европейские страны, миграционные власти, по крайней мере, в этих странах, они как-то очень расположены к ним. Тут я полностью с тобой согласен. Любой явный кадыровец, явный, который не стесняется этого, сидит и выкладывает посты с ними, там какие-то комментарии пишет лестные в их адрес. Эти люди, они все здесь легализованы. Они имеют вплоть до гражданств в этих странах. Никаких нет с ними проблем. Их не депортируют, к ним в дома не врываются местные спецназовцы, и не устраивают какие-то эти обыски с какими-то, которые сопровождаются погромом. Вот этого всего не происходит. Но зато это все происходит с теми, кто действительно преследуется. Таких людей почему-то к ним относятся с какой-то опаской. Им не предоставляют убежище. Их депортируют. И, в общем, эта проблема, конечно, присутствует. Тут с тобой не согласиться невозможно. Ассаламу алейкум, брат Тумсо, за всю несправедливость, которую против тебя и твоей семьи учиняют кафиры из Польши и Германии, мы призовем их к ответу, словом и оружием заставим пожалеть. Давай ты просто не будешь писать ничего подобного, никого призывать к ответу, тем более оружием, не надо, во-первых, а во-вторых, ты даже при желании ты бы никогда не смог бы ничего подобного сделать. Поэтому не пиши глупости, пожалуйста. Никого ни к чему ты не призовешь. Единственное, к чему мы будем стараться призывать, любые власти, которые нарушают права наши и вообще права людей, мы будем их призывать к тому, чтобы они следовали и букве закона, и духу закона, который установлен в этих странах. Они и сами эти законы приняли, и мы будем их просить, чтобы они были так добры и следовали этим законам. И будем это делать исключительно в рамках законодательства в местных странах, не выходя за эти рамки. Это очень важно. Поэтому не пиши подобный вздор. Это очень провокационные комментарии. سأمحو رجس الصدور.